Вітольд, де Вітольд? І Вітольд такий, да-да-да, я Вітольд. Я чую Вітольду голос про стіну. Вітольд приснився. Бачив кілька разів, але тоді, коли я думала, що мені не бачить. Жестоко, це я як вроді говорю, не прощу. Вітаю, з вами Катерина, і гэта праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». Ён распавядае пра беларусаў і іх досвед жыцця ў рэпрэсіўнай Беларусі. А гэты выпуск мы прысвячаем Вітольду Ашурку і людзям, на якіх ён паўплываў сваім жыццём і смерцю. Раней я ніколі не ведала пра Бярозаўку, маленькі горад каля Ліды ў Гарадзенскай вобласці. Але ў нейкі час даведалася, дзякуючы Вітольду Ашурку. Напрыклад, я ведаю, што там ёсць шклозавод «Нёман». І там цэх па вытворчасці шкловаты, вельмі небяспечны ў экалагічным плане. Вітольд выступаў за тое, каб там была ўсталявана спецыяльная печка, якая бы дапальвала небяспечныя адкіды. І яна была ўсталявана, дзякуючы Вітольду. Выходзіў Вітольд і на адзіночныя пікеты супраць таго, каб пабудавалі другі цэх шкловаты. І да гэтага часу яго так і не пабудавалі. Дзякуючы Вітольду. Вось яго голас. Нам дастаткова і той ваты, і тая непатрэбная для розыкі, а тым больш другі цэх. Вітольд сабрамі заклікаў улады, каб у Бярозаўцы з'явіўся помнік Юліусу Столі, які ў другой палове 19 стагоддзя заснаваў вытворчасць шкла на беразе Нёман. Дзякуючы чаму і паўстала Бярозаўка, у якой жыў Вітольд. Ён сябрамі нават атрымаў дазвол на ўсталяванне гэтага помніку, але ўсё пайшло не па плане ў 2020 годзе, бо былі прэзідэнцкія выбары і пратэсты супраць іх вынікаў. У Лідзе нязгодныя з выбарамі гуртаваліся вакол Вітольда. Ашурка затрымалі, асудзілі на 5 год, адправілі ў шклоўскую калонію, дзе ён і памёр 21 траўня. І сёння ў падкасце пра свой досвед і ўспаміны, звязаныя з судом і смерцю Вітольда, распавядуць людзі, якія былі ў віры гэтых падзей і лёс якіх за гэтага змяніўся. Аднойчы адзін мой калега сказаў пра Вітольда: «Ён такі выкшталцоны». І з гэтым згодна Вольга Буковская, журналістка і сябра Рады руху за свабоды і сяброўка Вітольда. Так, я таксама ў адносінах да Вітольда ўжывала слова «шляхетны», таму што была ў яго такая высакароднасць, якая не ў кожнага ёсць, і вельмі цікава, як гэта высакароднасць прабіваецца ў нашых беларусаў, якія, падавалось бы, ну, шмат што перажыла нацыя, шмат якія згубы, але вось яна ёсць, гэта шляхетнасць, выкшталцоўнасць, яна ўвасобілася ў нейкі момант у Вітольдзе. Яшчэ адна герыня нашага сённяшняга выпуску падкаста — гэта Ірына Здота, урач-гінеколаг з Ліды. Яе яшчэ да суда над Вітольдам звольнілі за палітычную пазіцыю. Яна была і на судзе ў Вітольда, а потым была рэпрэсавана за гэта. Я его лично, вот как его знали другие, так вот, чтобы нас знакомили, мы где-то, нет. Вот. Я его видела, это еще когда он себя выдвигался в депутаты, я наблюдала вот его. И на марше все, вот марши, начиная там с... Нет, начиная еще с предвыборной, вот когда я его заметила, помню момент, когда в этот дождь стоял, он так это с флагом, когда подписи собирались, вот это я тогда еще у сестры спросила, что, говорю, это не Вітольд? Яшчэ адзін важны герой — Юрась Дзяшук, незалежны журналіст з Бярозаўкі і сябра Вітольда. Разам яны правялі, як кажа Юрась, шмат часу дома у Вітольда, і з гэтым звязаны і ўспаміны. Ну, на кухні там яго у кватэры за кавай. Ён любіў каву. Якую? Распушчальную? Не, ён распушчальную не прызнаваў, ён любіў такую каву молотую. Прычым, я калі зараз п'ю каву, калі мяне частуюць кавай дзесьці, то заўсёды параўноўваю эту каву з той кавай, которую мне рабіў Вітольд. Яго была яна такая густая, такая як патака, такая як нафта.
И он на маленькую флежанку, там две это самые ложки мохтой кавы вернулся. И потом, когда я до его часто заходил, там обмерковать опошние там политичные подеи, там альбо там некие планы наши. Выпивши две флежанки Витольдовой кавы, там так колотилось сердце, что просто хотелось там одразу из его подъезда там бегчи, действия там нечто робить, там на турники исти, то бок таки, вельми такая его была кава моцная. Ось, и на вот в опошнем листе своим, не в опошнем, а в одином листе, который я мне написал, на который я ему, на жаль, не отказал, за что зараз себе дратую. И там вот он написал, что, Юрась, не переживай, что в этом годе это был, ну, не в этом, а вот там в наступном годе, бо это был конец 20-го года, незадолго до суда, что в наступном годе мы с тобой обовязково встретимся и посидим за флежанкой кавы. Ось. Не посидели. Суд по криминальной справе над Витольдом распачался напроконцы 2020 года. Мне было интересно, знаете, на суд сходить, потому что просто интересно было, что они ему предъявят, потому что вот если говорить откровенно, то, наверное, каждая из нас была более агрессивной, чем Витольд. Он приходил на марш, он приходил, да, он шел где-то с флагом, он шел где-то во главе колонны, но он всегда был за какой-то мирной. И вот мне было как человеку, а может, как я говорила своему судье, как врач, каждый врач-психолог, я пытаюсь составить вот эту картину, до какого уровня опустятся наши суды, что вот судят человека, который, ну, действительно был миролюбивый. Судовый процесс над Витольдом зарабили закрытым, але люди все равно приходили у суд. Стояли под дверима, спробовали там неким чином помахать, коли его перевозили. Там два кроки на самом деле шедрауса до суда, але его специально перевозили на машине, каб поменьшить махчимость контакту, всяких там подтримки. А, ну, мы после запутывался у Витольда, коли он меня бачил, и он мне писал в листе, что бачил несколько разов, но вот тогда, коли я думала, что он меня не бачит, там про щелочку трохи побачил, после побачил, коли мы реально стояли специально на иншем боку, стояли, махали руками, коли он нас побачил у машины, коли его перевозили, он тогда побачил. Ну, и это своеобразный наша была борьба. Потому что каждый, кто из ментов шел туда с свидетелями, они были вынуждены пройти мимо нас, которых на глазах было написано, что мы о них думаем. По этой справе было вельми шмат сведков чиновников, силовиков мясовых. Они ходили по черзе, расповедали, какие моральные покуты отримали от того, что проходила эта акция. И я мне вот вельми цікаво было б на их поглядеть, и что на вухоле в их есть. Я не разумею, что у тым ліку гэтая трагедия отбылася, потому что яны ілгалі на суде. Ну, это, конечно, бессенсовно звертаться до сумлення ці щось такого, але, ну, вельми цікаво. Суддзя Максім Філатаў асудзіў Вітольда на 5 год калоніі. Аднойчы, калі Філатаў пайшоў у спартовую залю, нехта яму таемна падкінуў у торбу фекаліі. Як сімвал свайго стаўлення да дзеянняў Філатава. Ну, але вернемся да самага суда, за якога Ірына і Юрась зазналі рэпрэсіі ў дачыненні да сябе. 18 студзеня, калі той человек, который на себе опранул мантию и лечит, что он судья, что он может вырашать слезы людей, обвестил Витольду про суд. Прошу Витольду Михайловичу окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. На той час это сдавался вельми жесткий присуд, 5 годов. Бо Витольд был один из первых, кого осудили был один из первых у этом конвейере. На той час 5 годов еще подавался вельми жесткий присуд. Это зараз уже многие поздохнули б. О, дякувать Богу, что 5 годов там, а не 15. Дякувать Богу, что не расстреляли. Ну, вот это, когда той судья обвестил Витольду присуд, який в выніку оказался смиротным присудом, люди обурились, люди почали
на емоціях кричать, там, «Віри, можемо, переможемо», «Ганьба», «Вітольд, ми з тобою», «Вітольд, тримайся». Я чому ці всі фрази ведаю, бо була експертиза по цим всім, я мене з цим все знайомлю, тому ці всі фрази я пам'ятаю не тому, що я чув в суді, а тому, що я читав їх у цих протоколах, постановах на експертизи. Сам Юрась був на суді у якості журналіста. Він не кричав, а записував те, що відбувається. Але почалися репресії. І там досить усе завернуто. Спочатку завели кримінальну справу за хуліганство на суді. Юрася Дешука затримали на 3 суток як підозрюваного. Він відсидів у Улицькому ЧУ, потім відпустили. Потім затримали у межах адміністративки по артикулю 2334 за ті ж події, зв'язані з присудом Вітольду. По цій справі судили вже і інших людей. Чоловік 5 чи 6 судили. Некоторые на вот про ЗВС прошли, там такие, как Ежи Гриенши, он сидел, там Сергей Калошко так само сидел, ну, с тех, кто был в суде. А там такие, как Ирина Бернацкая, там, ти, там Ирина Здота, то они не сидели, их просто судили. А все мы отримали такие великие штрафы по 50, мужчины по 50, женщины по 40, их вот такая прайс. Они протоколы, которые мы уже подписали, они просто замазали корректором и исправили текст. То есть раньше было такое, что присутствовал в зале, где кричали. А потом они это все замазали, написано «присутствовал в зале» и кричала. И у меня еще дописано и размахивала шарфом в виде БЧБ флаг. А, да, у нас же с Дешуком еще были шарфы одинаковые БЧБ. Вот. И вот они написали, что вот еще вот вдвоем мы с Дешуком с шарфом там пикетировали. Розмахували шарфом в виде флага. Ну, там вогуле абсурд. Там мені дзвонить міліціянт Берозовський, каже: Юра, привіт. Тут від замначальника РУВД прийшло указання тебе присадити. У тебе є два варіанти. Либо ти помоєшся, покушаєшся, береш речі і прийдеш к нам сам, либо ти скриваєшся, і ми тебе в будь-який момент просто на вулиці ловимо і веземо отак от, чим ти є. Я кажу, добре, давайте я сам приїду. І всі, ну, всі з того сміялися. Але я реально поїв, помився, зібрав речі, приїхав в РУВД з торби і сказав, от я приїхав, садіть мені. Ну, бо я, ну, це був ліпший варіант, чим бігати. Та, на той час я ще з Білорусі не збирався з'їжджати. Ось. А це було праз два тижні після моєго першого арешту. Я вже трохи веду то я ІВС, ведав трохи там, як там лайфхаки різні, тому я вже не так страшно туди було йти. Ось, і готово до адміністраційного суду. Потім я там відсидів крихи більш двох суток, і був суд адміністраційний там. Сподіваюся, ви не заблиталися у гэтых заваротах репресії, але чому я гэта все узгадываю? Тому що при двух затриманнях Юрася Дешука, спочатку по криміналці, а потім по адміністраційній справі, Вітольд був побач з ним. У другий раз я сидів у камеру, в которой сидів Вітольд. Перед тим, як його забрали у Гродно на ЄС. Це була восьмая камера. Чому я це ведаю? Бо коли мене арештували перший раз, мене кинули в сьомую камеру. Ну, і там сиділи два хлопці, там їм по годов по 40, по 45, 40, 43, 45, половину з яких вони просиділи в різних тюрмах білоруських, там такі, один з забойства, другий там патологічний вор. І от вони, ну, я їм розказував свою історію, за що мені, і вони такі, о, да не може бути такого, що, за те, що кричали, і уголовка там, да ну нафиг, типа. І, ну, я потлумачив, кого судили, і він каже, а, так Вітольд тут сидить у нас побач, в сусідній камері. Це було 20-го у мене у 12 ночі 10 мене в камеру привели, 18-го був суд, 20-го мене арештували, кинули в камеру, а 21-го у Вітольда повинен був бути етап у Городні, у СІЗА з Ліди, його повинні були етапувати вже, якби, після суда. Туди у Городінське СІЗО, ну, на момент розгляду апеляції, там, туди-сюди, поки не розміркують свою якусь колонію. Ну, і ці от урки кажуть мені, от, ми знаємо, що Вітоль в сусідній камері у 8-й, хочеш з ним поговорити? Я говорю, звісно. А як? Вони кажуть, ну, по панорамі. Панорама – це такий лайфхак, це коли можна
праз каналізацыйную трубу, праз умывальнік размаўляць з усімі камерамі. Голасам, да? Голасам, так. Абсолютно голосом, как по телефону, там, не ведаю, что панорама называется. Ось, и этот Гоголь, я вот там погремуха такая, Гоголь туринная. Гоголь каже, зараз мы це организуем. Я кажу, давайте, конечно, сябрам поговорить. И он слез свои нары такие, снял этот вот умывальник, там под низом это такие, это, ну, V-образные такие. Uh-huh. Снял такие его там, ур-ур-ур, ур-ур, а, нет, одразу он поляпал у стены. Там стены такие массивные, там у стену одразу поляпал так моцно, несколько разов. Это, я так разумею, просто как люди, приготовались, вот, типа там прием. Все, и он в эту трубу, ур-ур-ур, ур-ур-ур, тишина, потом ур-ур-ур, ур-ур-ур, Витольд, где Витольд? Дайте Витольд, ну, да, Витольд, надо на связь, тут твой корешок в соседней камере. Вот, и проходит там уже там хвилину какую, покуль там стямили, что тут отбывается. І я чую Вітольду голос. А я ночуваць, там говориш в эту трубу, і потім вухо прикладуєш. Говориш і вухо прикладуєш. Але я ночуваць так само із этого, з умывальника, із этого, куди вода стікає, так само чуваць. І Вітольд такий, да-да-да, я Вітольд, що треба. Я чую Вітольду голос про стіну з той камери, з восьмої. Ну, і це мені каже, типа, іди поговори з своїм корішем. Ну, і все, я з Вітольдом кажу, я Юрась. Витольд каже, Юрась, а що ти тут робиш? Я кажу, от так от, Витольд. Вчора мене взяли, мене і Андрея. Я тоді ще не ведав, що Андрея відпустили. Мене і Андрея, і Андрей тут, напевно, 10. Докладню, що Андрей – це брат Витольда Ашурка. Махчима, 10 тут на ЄВС. Ну, я от тут, мене взяли за твій суд, кримінальну справу збудили, 339-е. Я вам кажу, там, я докладно не пам'ятаю його на слово, кажу, ну, жах, звісно. Там, тримайся, чим я можу тобі допомогти? Ось, мені взяли голодного, і мені нічого не було, і він каже, ну, що тобі треба, як тобі можу допомогти? Я кажу, ну, Вітольд, коли маєш, що поїсти, передай. А там можна передавати, ну, праз это, праз продольного, праз вертухая. А это урки кричать, это попроси у свого дружище там сигарет, мы знаем, що він курит. А Вітольд, да, Вітольд палив, бачиш, каже, палець. Вітольд палив і палив виключно фест, такі сигарети. І все, і я кажу, типу, то хлопці просять сигарет, у них закінчилися. Кажу, добре, чекай, праз годину буде. Ну і все, праз годину докладно ляпаю в ту саму кормушку. Продольний, каже, дешук тут, я кажу, да, от Вітольда. І ставиться ту таку бляшанку з-під пюре Онега. І в этой бляшанці, ну, мусить, пачок сигарет був, ну, розсипі, фест. Фест. Десь таке 20 цигарет, мандарин один, цукерки шоколадные и некое там печиво. А, и горбаты. Там, мисі, 23 пакетика. Ось. Ну, я сам не палю, я цигарет отдав тим хлопцам. Гэта все я з'їв, горбату випив, але бляшанку гэтую, 3 цигарети и пакетик горбаты я вынес з собою, коли мені отпускали, я забрав на пам'ять про Вітольда, и я потім гэту все... Принес Андрею, брату Витольда, сказал, что вот Витольд тогда еще был живый, и сказал, что вот их Витольд выйдет, там, раз год, в этом году наступном, хай себе и про 5, то скурите этой сигареты, этой фест, выпьете эту горбату за, вот, за все, что было. То Андрей сказал, что добро, обовязково, поставят им здесь у шафу, там, до гэтуль там это стоит, это артефакты. Над Вітольда. Ну, ось. То от викурили. Ну, і потім ми ще з Вітольдом некілька разів зв'язувалися. А, і ніхто казав, що Вітольд там був приболівший. Я кажу, Вітольд, як тебе там здоров'я? Бо казали, що ти там був простивши трохи. Коли ми ще зв'язувалися про цю панораму, я казав, що ой, не хвалюся, Юрась, передай всім, що все нормально у мене, я живий, здоровий, хоча, ну, ведаючи Вітольда, він ніколи не признавався тим, що йому тяжко, що йому нічого болить. Ну, це було не в його правилах жалитися перед кимось. Тому я сказав, що все нормально, і от він мені сказав, що Юрась, мені у 11:01 буде етап на Городню. Ось, тому я кажу, сьогодні поїду в Городню,
калі ты выйдзеш, то ну, на волю ты перадай, што ад сённяшняга дня я ўжо ў гародні, і ўсе лісты перадачы ўжо не ў ліду, а ў гародню маюць у СІЗА. Вось, потым ўжо бліжэй да 11, ну, мы ляжым на тых нарах, рабіць няма чого, размаўляем. Тут бліжэй да 11 чуваць, пачалі грымець тыя дзверы, засовы, там некая бегатня па гэтым карыдору, і гэта такія ляжаць тыя. О, этап начаўся эти, ну, тыя зэкі. Ну, типа, сейчас твою дружищу повезут родно. А ось, почався этап, почали там пакеты шебуршатніше, там туди-сюди, там виходи, стройся, там, ну, кому їхати на городню. І, я не ведаю, це може так супало, чи це так зробили, ну, мені все-таки подається, що це так зробили, ну, менавіта, це аховники. Аховники, це ІОС, бо там, ну, збільшого такі чоловічні люди, як я зрозумів. Бо яны ведалі, за што я тут знаходжуся, ведалі, за што Вітоль там знаходзіцца. І калі яны вывелі ўсіх гэтых этапіруемых строіцца там, а там як ты выходзіш, ты, ну, рукі назад, тварам у сцену, каля тебе твой кешар, пакет з твоімі рэчамі. І, ну, і ўсё, і стаіш, чакаеш, там яны па аднаму там выводзяць, ну, распранаюць, там аглядаюць. І так от, пакуль усіх так от дагляд, ты стаіш, чакаеш. І от яны выставілі Вітольда акурат насупраць нашай камеры. Я ўсё ж такі думаю, што, ну, гэта яны спецыяльна зрабілі, каб я мог з Вітольдам пагаварыць. Уже не праз эту панораму, а так от праз дзверы, ну, праз кармушку. Ну, і гэты гоголь, такі слез з нары такі. І там была ў гэтай кармушцы такая шчылінка, там дзверы такі старыя, што там уже там з этого... за польского часа тыя дзверы. І ну, такія шчыліны там, і он глядзіць такі ў шчыліну. Кажу, ніхто стаіць насупраць нашого дзверы. Пытаецца такі, Вітоль, ты? Вітоль такі, я. На мяне кажа, ты Гоголь, типа, ідзі пагаварі сваім другом, типа. Ну, можа гаварыць. Хаця я не думаю, што там, ну, што можна спакойна так гаварыць, але Вітольду далі пагаварыць. Я так думаю, я так мяркую, ну, я ў гэта веру, што так было. Ось, я гляжу в эту шчыліну і бачу, так, это Вітольдовыя джинсы, у которых ён быў на судзе, такія парваныя месцамі, ну, дэкаратыўна. Дакладна гляжу ён, і я так у ту кармушку кажу, Вітольд, ты, Вітольд, кажу, да, я Юрас. Кажу, ну што, ўсё, этап, паедзеш. Ён кажа, так, паеду зараз у гародню. Ось, кажу, ну як ты там, кажу, ну нормально ўсё, кажу, ўсё добра. У гэтым годзе выйду, это ўже быў 21-й год. Кажу, все, в этом годе выйду, в этом годе убачимся, то, что не переживаю. Тебе все будет за добро, никто тебе не посадит. И уже потом, когда уже там почали уже казать, типа, там, ну, все, строится, выходить. Я Витольду пытаюсь, я кажу, Витоль, что передать брату Андрею? Кажу, передай брату, хай трымается. Кажу, что передать жонце Ольге. Кажу, передай Ользе, что я ее моцно обдымаю. Я кажу, что передать маме. Каже, передай, что я ее люблю. Ну и все. Все, и больше это был последний раз, когда я чул Витольда голос. И все. Потом я его бачу только в труне. Вітольд памёр у шклоўскай калоніі 21 траўня. Прынамсі, такую дату нам прадаставілі. Пазней следчы камітэт апублікаваў відэа, якое нібы штосьці тлумачыць з прычын смерці Вітольда. Вольга Буковская ездзіла забіраць цела Вітольда разам з ягоным братам Андрэем. Базово мы ехали забирать человека, у якого спынилося сердце. Калі позвонили с колонии, сказали, спынилося сердце. Ну, в сенсе, помер, пасля, что спынилося сердце. И пасля мы проезжаем у Могилёв, и там у человека замотана голова, по уголовой фактично замотана. Там, ну, калі Андрэй побачыў гэта цела, і мы шмат да чаго рыхтаваліся, але калі ён побачыў гэта цела, ён выбег з... Гэта было ў будынку патолога анатамічнай гатанікай, а не, судова-медыцынскай экспертызы, у іх там ёсць асобны. Гэта ён выбег з гэтага будынку, рукі яго трэсліся, ён запаліў, сказаў, што цела ў такім стане, што проста немагчыма гэта апісаць, што яго цалкам, ну, замотана галава, яна практычна даусна была, да. Ну, ці да кончыка носа была замотана вельмі плотным такім слоем бінта. Не зразумела, з чым гэта звязана, таму што інфармацыя зноў-такі нуль.
А ему они одразу сказали, что это мы тело уронили. И он, ну, таки чекал, что там минимальное нечто будет, а тут цалком замотана голова была. Вот. И после этого же параллельно с тем, что, ну, эта версия не вытримливала никаких просто критики, параллельно, когда мы уже ехали, следующий комитет выдал это видео, и оно в угле никак не было узгоднено с тем, что Могилеве сказали про то, что уронили тело. Вот. И мы, когда приехали, нас там чекал мап, потому что они думали, что приедет шмат народу, собирались она вот сопровождать до Березовки. Но так как мы решили, что шмат народу не поедет, просто, ну, тем лику про безпеку и так далее, то они все-таки не поехали, они были готовы, там был на вот керовник мясового Рауса. Вот. А маповцы спочатку не хотели выдавать тело, бо не было дозволу, быцем бы, але следующий комитет мясового дозволил. Вот. И, ну, ситуация, конечно, была страшная, треба сказать одним словом, страшная ситуация, когда отбывается нечто у закрытой системе, и ты не можешь с этой системой ничего сделать, чтобы отримать правду. Человек загинул, человека забили, але система сама себе обороняет и не дает возможности доведаться, что там отбылось на самом деле. И тут звонит следший, который вот вел эту справу. Алло, Юрий, здравствуйте. Надо, чтобы вы сегодня приехали в Следственный комитет. Вы и Андрей. Я кажу, слухайте. Андрей зараз везе Витольда. Вы, ну, вы ведаете, что Витольд помер? Да, я знаю. Ну вот вам надо сегодня до 18 часов приехать в Следственный комитет Лиду. Для чего на месте узнаете? Я уже Андрею позвонил. Я кажу, ну вы разумеете, что, ну, Витольда ж, он везе Витольда, и завтра похование, все, треба все организовать, все встретило. Я знаю, но все равно вот вам нужно. Я кажу, ну, я не ведаю. Такие, хорошо, давайте завтра вы приедете. Я кажу, так завтра похование, завтра в 11:01, ну, будут Витольда выносить, в 12 мша. Вот завтра приедете перед этим, к 9, вы и Андрей. Я кажу, разумеется, это ж брат. Я сябра, это брат. И вы хотите, как мы приехали в день похования. Он каже, я понимаю, но все равно вот вы должны. Ну, само собой, зрозуміло, что первая мысль у нас, у меня и у Андрея, что нас хотят закрыть на период похования, как, ну, для предостережения. А еще сидеть, хай себе и 72 годины, в таким эмоциональном стане, я был не готов. Ну, все, мы с Андреем пораились, вы решили не ехать никуда, на свой страх и риск. Поехали уже на наступный день после похования. Ну, есть такие звычаи, когда человека хавают, на наступный день треба прийти у, як это, ответки, це, як это называется. Вот мы приехали до Витольда на могилу и поехали туда в следующий комитет. Ну, там, саправда, ничего такого страшного не было. Там ознакомились с постановлением на назначение экспертизы. И это вот им треба было срочно, вот, миновито у день похования. Хотя, может, как бы мы приехали до похования, то, махчо, мы и могли бы там и закрыть на 72 годины, как они умеют. Судя по тому, что я видела, я подходила к его маме. Мы, кстати, пытались приподнять вот эту повязку. Тут же им не стыдно было сидеть в зале, где прощаются. Мы сидели обычно как мужики, а это на самом деле переодетые менты. Mm-hmm. Ей тут же сказали, что не трогать, иначе... Вот, ну, то есть, когда... Я просто, ну, подошла к ней, наклонилась, выразила соболезнование и сказала, что можно я чуть-чуть приподниму это вот. Да, там очень толстая была, так вот, этот чепчик такой вот у него был, очень толстый чепчик. Ну, я говорю, вот я просто дотрагивалась, и он плотный такой, пыталась приподнять, что там. То, что нос здесь переломан, он был, до брови были даже закрыты, и вот конкретно видно, что под ним прямо реально переломан нос на уровне переносицы. Вот, я пыталась приподнять, чтобы, но он очень туго сидел, поэтому у меня создалось впечатление, что это все-таки гипсовая, а не марлевая, ну, не бинтовая повязка такая. Действительно, его морили голодом, потому что это истощение страшное. Я как медик говорю, что это истощение страшное.
И я все-таки вот этот переломанный нос и на лице, это не трупные пятна, я все-таки врач с большим стажем, тоже там у него на щеке были эти. И такое нельзя поцарапать, и, то есть это было применение сил. Когда я его смотрела, мне показалось, рука вывернута. Вот я потом еще и спрашивала, не было ли там перелома, потому что она лежала в неестественной позе. Поэтому это было натуральное убийство. И то, что там было, да, голодом однозначно морили, это ведь месяц. От момента поступления в колонию до момента смерти, официально, что мы узнали время смерти, это месяц, может, там и больше. Потому что когда вот якобы фото это, что и там трупные пятна, они так быстро не появятся в таких размерах. Поэтому то, что это убийство, это однозначно. Вполне возможно, Витоль просто был очень неподатливый, даже за его белорусский, он ведь отказывался говорить на русском. Чем я восхищаюсь просто. Даже когда он еще в Лиде сидел, он отказывался говорить на русском, за что получал. Но он все равно отказывался говорить на русском, он говорил на языке, своем родном языке. Может, от этого начались гонения. Но почему именно его, я не могу сказать, не знаю. Но это было жестокое убийство. Жестокое, это я как врач говорю, потому что, ну, не может даже вот эти все переломы, нос этот и с головой, я уверена, что там это не от падения. Это мое, я не могу доказать это. Так, я была на поховане. Коли старожилы Берозовские сказали, что это было самое массовое похование для города, и оно было вельми тихое. Я пытался у хлопца, который, ну, занимается похованиями у нас в Берозовце, который Витольда и ховал, это Витольда, это самый добрый знакомый. Я его пытался, ну, это были самые массовые похования в Берозовце. Он говорит, так, я никогда так не бачу людей. Ну, вот, когда там помирали там керовники города, там директор завода, там с Афганистана, когда там привезли этих, там забитых у нас двое было. Там, когда и было приблизно количество людей, там людей сгоняли. Он говорит, нас школьников просто, когда этих привезли, этих двух афганцев, нас школьников из школ выстроили там коридор такие, их несли по городу. Але, говорит, это было примусово, а так вот, как люди сами пришли. Пришли и приехали там с Могилева, с Менску, с Новоградку, с Новополоцку, с Витебску, с Берести, там, Барановичи, про Лиду, про Новоградок, Воголи, молчу, там, Придзятлова, Городня. И это еще в умовах запужування, репресій, бо шмат було міліції там перепранутої. Було вельми шмат міліції. Їхали наші люди з різних регіонів і перевіряли машини, шукали нечто, ну, правда, нікого не затримлювали. І коли було само поховання, так само стояли по лесі. Ввогалі, Берозовка була в гэтий день поховання Вітольда на таким особовим, таким надзвичайним становищем. Було шмат КГБшників, шмат міліції, просто усюди. Ну, от могилки, куди вже принесли Вітольда, вони просто за соснами стояли, виглядували за дерево, за кустом. І на наступний день, коли от ми прийшли, Вітольда відвідати, стояла міліцейська машина на гори. І я просто 4 дні приїжджав так само. Ну, я майже кожен день туди приїжджав на ровери, на могилки. І вони 4 дні стояли там в лісі. І Андрій казав, там приїжджав і воду помінятися у квітках. Казав, вони приїжджали там на машині під саму могилу під'їдуть, там на телефон здимуть могилу, там де які там стужки, там квітки якого кольору стоять, і все це, ну, десь там посилали. Таке враження, що вони пильнували могилу Вітольда, щоб він не піднявся. Ну, щоб не піднявся, бо для їх це був ніки. Вони його боялися просто. Ну, от мертвого. У некой ступени Витольд заставался небеспечным для мясовых уладов и после смерти. Отповедно, это, ну, можно это назвать, как по-честно, караул. Вот я видела, как он себя на суде вел. Вы не представляете, вот он просто улыбался, вот с руками за спиной, они же в наручниках, и улыбается. И вот это, когда он уже в гробу лежит, это, ну, я почему-то уверена, что это гипс. Вот головой забинтованной, с худющей, с этими скривленными руками, с переломанным носом, с синяками на скулах. Вот, и, конечно, Витольд у меня как-то очень отразился. Не прощу. И Богу.
Я такая агрессивная женщина, не прощу. Витольда смерть не прощу. Я им даже сейчас в этом чате, в котором они там все сидят, в Лицком так пишу. Не скрываюсь уже, собственно говоря, что... И я знаю, что у нас таких много. Это не люди, это звери. Я не знаю, откуда у нас такие нашлись в Беларуси вообще. Откуда эта прослойка вылезла? Откуда их столько? Откуда вообще эта вот прослойка? Однажды я ошиблась, полгода было по Витольду, а я написала администратору в наш чат, что, короче, 5 месяцев, что будет имша в Березовке, кто хочет, типа, у меня там в машине есть место, все. И он в чате выложил утром, ну, как бы, доверяя мне. А я только к обеду сообразила, что я перепутала даты, ну, не 5, а это. И когда я вечером увидела автозак в Лиде, то есть, понимаете, они даже вот одно упоминание, они пригоняют автозак. Кримінальнай справе за нібы хуліганства падчас прысуду над Вітольдам далі новую хаду. Юрас Дзяшук, які быў па ёй падазраваны, і Ірына Здота, якая была спачатку сведкай, прынялі рашэнне выехаць з Беларусі. Вы знаеце, даже я уехала, наверно, благодаря Вітольду. Ну, как бы, так бы я сидела в тюрьме, потому что я свою маму подключила на Белсат, чтобы они телевизор не смотрели. И когда вот я ей говорила, что надо, значит, сяду, но я не буду. И потом говорю, мам, ну, посижу. Я делала все это, я год не сидела. Я все равно что-то делала, и у меня флаг висел во дворе частного дома до февраля 21 года. Поэтому, понимаете, я была готова даже, что они рано или поздно все равно не меня задержат. Тем более город маленький. Но у меня мама сказала одну такую фразу. Я говорю, мам, ну посижу. Понимаешь, я морально готова. Она говорит, Витоль тоже маме писал письмо, что мама, не волнуйся, мы скоро встретимся. Вот. И моя мама сказала, я не переживу, как подумаю Витольды маме. И вот эта вот фраза меня действительно, вот, что я уехала. Потому что чисто мне жалко стало маму. Потому что я видела, насколько вот тяжело это Витольда маме. На момант прыняцця рашэння пакінуць Беларусь, Ірына даведалася, што яна не выязная з краіны. Таму яна выехала з Беларусі нелегальна. Перед самым тем, как нашли вариант, мне Вітольду приснился. Вот когда мы нашли уже, ну, там нам сообщили, что вот если не боитесь рисковать, то вот можно выехать таким способом, просто еще не отработанный, но как бы можно. И вот поэтому я согласилась с этим вариантом, вот как-то вот настолько воочию, как будто вот он мне там руку подавал откуда-то. Ну, как и в Березовке говорили, наверное, вот он Березовку защищает после этого. Я, конечно, не верю в какие-то там силы по той стороне, что-то такое есть, наверное. Дарэчы, Вітольда пахавалі пад белым сцягам. Гэта была асобная спецаперацыя, як мы гэты сцяг даставілі, бо на момант не маглі знайсці дастаткова вялікага, але атрымалася прывезці. Вітоль просто хацеў быць пахаваны пад белым сцягам, і гэта ягонае жаданне атрымалася выканаць. Ну, на жаль, астатнія не вельмі, але... Ну, мы рабілі ўсё, што насамрэч, ўсё, што маглі. Просто аказалася, што сістэма больш моцная, чым асобна ўзятыя людзі, нават калі яны шмат спрабуюць нешта зрабіць. Мы тут ужо да запісу размаўлялі з вамі, цікава, калі мы вернемся ў Беларусь, і калі мы вернемся, паедзеце ў Берозаўку? Паеду, бо мяне там чакаюць, у нас ёсць планы. Будем пить шампанское, крышать «Живе Беларусь». Я нават ведаю адрес. Это будет у Андрея Шурка, які я так само упэўнены вернецца. И мы будем разом святкаваць, ну, перамогу, прыгадваць наших сябраў. Ну и, відавочна, абавязкова прыгадаем і про Вітольда, потому что ён, калі гэта ўсё адбудзецца, я не ведаю, калі гэта будзе, але відавочна адно, што Вітоль зрабіў шмат для таго, каб мы все разам жылі ў свабоднай, дэмакратычнай і незалежнай Беларусі. 21 траўня абвешчаны днём палітвязня. І гэтая дата, канешне, не выпадковая. Гадавіна смерці Вітольда Ашурка. На момент, калі я мантую гэты падкаст, у Беларусі налічваецца 1202 палітвязня. І гэта лічба мяняецца амаль штодня.
дадаюцца новыя палітвязні, альбо выкрэсліваецца са спіса палітвязняў былыя, бо яны пакрыху выходзяць пасля зняволення на свабоду. Але адзіны палітвязень, які стаў былым не праз вызваленне, а праз смерць, гэта Вітольд Ашурак. Давайце берагчы памяць пра Вітольда заўжды. І памятаць дзень яго смерці 21 траўня таксама заўсёды. Як сказала Вольга Буковская, абставіны яго смерці мы зможам даведацца ў Новай Беларусі. А гэта, лічу я, абавязкова адбудзецца. Ну, а напрыканцы падкаста гучыць Дзмітрый Вайцюшкевіч, які ведае Вітольда Ашурка з дзяцінства і разам сплаўляўся з ім на плоце па Нёмане. І таксама гучаць галасы нас, беларусаў. Бывайце і памятайце пра ўсё.